Привет всем, сегодня вам покажу вот такой трак. Это Volvo 21 года, она 860-я. Кстати, рядом стоит мой трак, как вы видите, на нашей компании вот две машинки. Это моего товарища. Я вам сначала ее покажу с улицы. Понятно, она с большой кабиной. Здесь она еще даже с удлиненной рамой. Я думаю, может быть, сразу этого не видно, но вот это приблизительно полметра. Это удлиненная рама. Баки на 300 галлонов. То есть, товарищ мой покупал вот этот трак и вот этот трейлер, который я сейчас приехал и забрал. Это мой трейлер, а товарищ отдал тот так. Немножко компания выросла, да, мой товарищ работает со своим траком, со своим трейлером. У меня тоже свой трак, свой трейлер. Пройдемся здесь сзади, сначала вам покажу, что здесь. Здесь я не знаю, честно говоря, даже на что обращать внимание. Ну, понятное дело, все классное, все, куча подсвета, куча разных лампочек, алюминиевые диски. И давайте самое главное, пойдем вовнутрь. Перечисляю деньги с TransferGo лично и очень рекомендую вам. Главный офис Великобритании. Быстро, безопасно, надежно. Смешная комиссия. Внимание, теперь первый перевод по ссылке не просто абсолютно бесплатный. Вы получите 10 английских фунтов на свой банковский счет. Так. Вот здесь уже самое интересное. Смотрите, как я и говорил, трак на заказ. Поэтому, думаю, многие сразу обратят внимание, что сиденье удобно, кожа с тканью. Не просто кожаное. И еще, скорее всего, бросится в глаза. Сейчас видите, что. А бросается в глаза, ребят, кроме кожаного сиденья, кроме чистоты офигенной, бросается в глаза ручка. 21 года траках — это очень и очень редкое явление. Потому что все покупают себе уже автомат. Я разбуюсь, вы видите, прям чистота какая. Смотрите, машинка, конечно же, классно, супер машина, просто слов нет, машина идеальная, шикарная. Единственный минус у нее — это за нее дорого платить, а так вы можете видеть, тачка супер. Я вам сейчас покажу спалку. Спалка тоже, естественно, большая. 13-я ступенчатая коробка передач, точно так же, как и у меня на моем траке. Ну, давайте посмотрим салон. Видно, что спалка огромная. Наверху Славик спит, товарищ. Я так тоже делал, кстати, когда на такой Volvo большой работал. Наверху спал. Вот здесь лестница. Спокойно выходите. А внизу это у тебя кабинет, офис, столовая, что угодно. Он ездит с закрытыми окнами. Я ему сейчас открыл. Столик огромный. Чтобы вы понимали размер, я присяду здесь. Даже если я присяду здесь вот в конце. То есть можно вчетвером сесть, устроить застолье, как бы абсолютно поставить компьютер, то есть, ну, офис или дом на колесах. Я когда-то снимал уже такой трак, это реальный дом на колесах. Заходишь с правой двери, у тебя коридор, там, где водительское место, у тебя рабочее место, здесь у тебя офис, столовая, что угодно, наверху у тебя спальня. Вы можете видеть, да, здесь прям идеальная чистота. Телевизор здесь. Кстати, один Славик продал, второй Славик купил. Так что можно смело говорить, у Славиков тут телевизор висит. Давайте мы, может, залезем к нему немножко в шкаф. Да, здесь просто как вешалка, как... Ну, опять же, повторюсь, как дома, видите, вешалка обычно. А вон он у меня лазит по машине. Так, ну и здесь у нас, я думаю, холодильник, кстати. Да, холодильник, обратите внимание, какой здоровый холодильник. Да, реально большой, даже с морозилочкой. Упс, извините. Я думаю, морозилку открывать не надо было. Когда хотел вам показать размер морозилки, но думаю, этот... Так, Славик, надеюсь, это видео не будет смотреть. Зачем ему смотреть это видео, если он его здесь вживую лазил, правильно? Так, это печка работает, вам, наверное, слышно, работает печка. Микроволновка, принтер, я не знаю, телевизор, рация. В общем, посмотрите, машина звезда.
Сколько он платит за это, я говорить не буду. Я думаю, это конфиденциальная информация. Посмотрите, сколько стоит новая. Новая такая стоила 2 года назад. Больше 200 тысяч. Здесь, я уверен, сейчас она стоит еще дороже. Обычно за новые траки платежи в районе 4-4,5 тысяч. Здесь, в Канаде, канадских долларов. Вот такой, ребят, не хочу надолго затягивать. Вот такой обзорчик. Посмотрите еще раз, как все прекрасно. Сцепка, я вам еще раз говорю, покажу с улицы, как она выглядит. Красиво, трак, трейлер. Так что все, побывали в гостях. И погнал я дальше работать. Нажимайте лайк, если вам видео понравилось. Всем пока, удачи. Совсем забыл вам показать. Здесь у него сиденье с подогревом, с охлаждением, ну, с вентиляцией и с массажем. Вот так вот. Такие сиденья. Еще вам хочу показать, сколько здесь лошадиных сил. Мусбампер, кстати, тоже кастомный, естественно. Ну, и не кастомный, но с завода тоже, за что было доплачено. И здесь вам еще хочу показать. Куча настроек у сиденья. Ну и вот это, думаю, кому, любителям именно уже техники, будет это интересно посмотреть. Я лично хочу увидеть, сколько лошадиных сил. 455 лошадиных сил, 13-ступка. Наверное, здесь где-то еще можно увидеть кому-то что-то интересное. Не знаю, мне больше это ни о чем не говорит. Вот, оси еще 3.08. Теперь точно все. Так что можете нажать, если вам понравилась тачка. Всем пока, удачи.